Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир, капитан команды в Red Wolves. Как сейчас прошла игра? Сегодня был отличный матч. Очень для нас был важный соперник. Мы сыграли отлично, просто я считаю, у нас была установка забить. Мы забили два, лидировали. К сожалению, по непонятным причинам нам мы не смогли дожать. Начали пропускать, устали просто. И сели, соответственно, перестали бегать, пропустили. Очень довольны игрой. Во-первых, забили вновь, наконец, второй счет по игре. С оффлайном много не получалось сегодня, но они тоже молодцы. Спасибо им за это. Спасибо всей команде за то, что сквозь наши все тренировки, этот тернистый путь, мы идем к успеху и уже начинаем что-то пожинать. Вы же взяли тренера, да? Да. Как игра, как вот игры поменялись? Ой, тренер — это замечательная вещь. Я всем рекомендую взять тренера и продолжать с ним тренироваться. Мы сразу начали прибавлять в ФП. Скоро начнем еще технику, смотреть на поле, отдавать точные передачи, бить поворотом. Будем участвовать дальше, развиваться. Спасибо.